Привет, с вами Коко. Сегодня у нас битва между Виженом и Железным Человеком. Начнем с Вижена. Итак, Вижен. Робот с человеческим сердцем. Вижен — это очень умный робот. Супер пушковидный робот. У него есть камень разума на голове, который дает ему высокий интеллект. Вижен может летать, но он довольно медленный. Состоит Вижен из вибраниума, из-за этого он довольно прочный. Недаром именно он смог поднять молот Тора. Наравне дрался с Ультроном. Вижен может пускать луч из камня. Также устраивать обнимашки над соперником и разорвать его изнутри. Он предпочитает еще и дальнее оружие — луч. Лучом он предпочитает разрезать своего соперника. Вижен — сверхробот. Он может поднимать до 2 тонн. Поднимает до 2 тонн. Мы переходим к Железному Человеку. Железный Человек. Настоящее имя — Энтони Старк. Тони — это инженер, гениальный изобретатель, миллиардер, плейбой и филантроп. Тони Старк — это гений, который создал много костюмов. И этим костюмом он стал сильным человеком. У него высокая прочность. Но по прочности он уступает Вижену, так как Вижен состоит из вибраниума, а Железный Человек — из простого металла. Вооружение за Железного Человека. У него сильное вооружение. А у Вижена только луч из камня. Также в ловкости и скорости Железный Человек сильнее Вижена. В ловкости и скорости. Но в интеллекте он тоже его превосходит. В интеллекте преимущество у Тони Старка. Тони Старк — это самый умный представитель Марвел. Ну, мы напоследок сравним параметры. Итак. Вижен. Вижен — сила 30. Железный Человек — сила 75. Преимущество Железного Человека — 1-0. Прочность за Железного Человека. Странно, но за Железного Человека 2-0. Я тоже с этим не согласен, что Железный Человек прочнее, так как он состоит из обычного металла, а Вижен — из вибраниума. Скорость за Железного Человека. Вот тут я согласен. 3-0. Ловкость за Железного Человека 4-0. Интеллект за Железного Человека 5-0. Регенерации у обоих нет. Сегодня побеждает Железный Человек с трудом. А как ты думаешь, Вижен или Железный Человек? Напиши об этом в комментариях. На сегодня это все. Всем удачи и всем пока.